Севастополь пришла зима. Долгожданный снег опустился на утренний город традиционно с дождем, но синоптики обещают, что зима все-таки возьмет свое. Вероятность небольшого мороза и солнца повышается к Рождеству 7 января. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС. Непогоду определяет вход циклона с юга. В ночь на 5 января в Севастополе временами возможен снег, на дорогах местами гололедица. Столбики термометров ночью покажут от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем от 1 до 3 со знаком плюс. Ветер ночью северо-западный 10-15 метров в секунду. Днем северо-восточный 6-11 метров в секунду. В ночь на 6 января временами ожидается снег, при этом с дождем. На дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит 0-2 градуса, днем 0-2 градуса. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. По сообщению правительства города, в пятницу на борьбу с последствиями снегопада с 4 утра вышли 10 единиц специальной техники Севастопольского автодора. Израсходовано более 100 тонн противогололедной смеси. Очищено и обработано более 400 километров автомобильных дорог регионального и муниципального значения. В первую очередь очищена от снега и обработана песчано-соляной смесью проезжая часть автомобильных дорог по маршруту движения общественного транспорта, спецтранспорта и крупные магистрали. Симферополь, Бахчисарай, Севастополь, Севастополь-Инкерман, подъезд к поселку Кача. По состоянию на 12 часов дня все последствия снегопада устранены, но в патрулировании непрерывно находится 6 комбинированных дорожных машин для обеспечения безопасного проезда транспортных средств. Севастопольский автодор призывает водителей быть внимательными на дорогах, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, соблюдать дистанцию и не мешать работе снегоуборочной техники.